Всем привет, с вами Бартоломео, со мной вместе Джимикс. Джимикс, ты где? Я вот тут. Ага, я понял. И сегодня мы будем... Дюпать. Да, мы сегодня наконец-то решили показать вам один очень интересный, забавный, бесполезный дюп. Но все-таки дюп, канал дюпов, мы дюпы давно не выкладывали, поэтому сейчас мы расскажем вам дюпчик. Перед началом видео, я как раз и хотел рассказать, мы находимся на нашем секретном тест-сервере, где мы проверяем разные баги, дюпы, которые нам рассказывают игроки, которые мы где-то находим, или еще, или сами ищем, да? Вот, у нас есть тут приватики, многие приватики, и мы тестируем всякую гадость. Вот, смотри, тут кто-то тестил разные блоки, смотри, кто-то на спаун проверял, картинки, воронки проверял. Давай, наверное, все не будем показывать, вот, потому что... Тогда я могу спалить еще какой-нибудь следующий дюп, да? Короче, смотри, что нам нужно для дюпа? Для дюпа нам сегодня потребуется вот такая вот штуковина. Ты можешь рассказать, зачем она нужна. Mm-hmm. А я пока буду делать дальше, что мне нужно. Это модбот магика. Так. О, храпи души. Ты убиваешь мобов с помощью меча или ловушки. Ну, в основном меч. Mm-hmm. И хранится калиб душа. В основном... Ну, мирные мобы, злые мобы, без разницы. Ну, то есть этот камень хранит энергию, которую можно заряжать, правильно? То есть нам для дюпа потребуется камень с энергией. Дальше нам потребуется вот такая вот штука. Смотри, вот такая вот, видишь? Вот, это можешь поднять и рассказать, что это такое. Так, это связывающие инструменты из версии 1.7. Почти то же самое. Ну, наоборот. То есть, эти инструменты. А теперь смотри прикол. Знаешь, что будет, если их выкинуть в тот момент, когда у тебя есть тот магический камень? Что будет, как ты думаешь? Они будут продолжать активироваться, нет? Выкидывай. Секундочку. Просто Q нажми, и все. Вот у тебя кирка в руке. Оп! Ты оживил предмет, представляешь? Ты оживил кирку. Кирка живая теперь. Все, она теперь живая, но она твой друг. И также можешь оживить топор. Что происходит, когда мы их убиваем? Выпадает обратно эта вещь, и мы радуемся жизни. Но в чем заключается дюп? Смотрите, в чем заключается дюп. Если мы возьмем меч, любой меч, там палку, главное, зачар на добычу. Что будет, если мы убьем... Понятно, ясно. Ясно. Так не было запланировано. Подожди. Так не было запланировано. Мне нужно тогда в годе, да, это делать, видимо. Я просто когда свои вещи тестировал, они не нападали на меня и не пытались меня убить, понимаешь? Ну ладно. Давай, сражайся со мной. Я в годе. Так, я их убиваю. Само собой, шанс выбить еще один меч или топор будет, ну, в зависимости от вашего зачара. То есть, видишь, тут не получилось. Вот, один выпал, да? Давай сейчас, наверное, заберу у тебя камень. Камень можешь мне выкинуть. Я буду тоже их спавнить, чтобы было удобнее. Вот. Был бы тут стеклянный меч, я бы взял стеклянный меч. Вот. Но так как его нет, мы будем использовать... Обычный ванильный. Ты можешь пока придумать какой-нибудь меч и заточить его на добычу. Угу, сейчас. Какой-нибудь помощнее. Я взял какой-то слабый. Вот опять один выпал. Идет? Любой мощный меч, которым... Опа! Смотри, получилось. У меня две выпало, видишь? Забираем их. Их можно будет починить потом. Так. И продолжаем их избивать. То есть, понимаешь, мы можем дюпать вот эти вот инструменты все, которые мы можем оживлять. Мы можем дюпать. Да, можно дюпать меч. То есть, бить мечом меч, чтобы дюпать меч. Да. Понятно? Зачаровывай. Только не забудь в год войти, а то они, мои мобы тебя убьют. Опять один выпал. Там есть какие-то зачары через тинкер, чтобы добыча была еще больше, чем у меня. Потому что зачар 3, как бы он такой слабенький вроде. В тинкере разве есть такой? Я не помню. Ну на добычу. Я вот знаю, головы можно больше делать. Да, это хендинг. Это с помощью обсидиана и этого. Опять две выпало. Ну блин, сейчас я вас убью. Ну короче, суть дюпа вы поняли. Мы можем избивать свои инструменты. Для того, чтобы получать больше инструментов. Ну, конечно, это видишь. Не всегда. И потом эти инструменты продавать. Да.
Только единственное, их нужно будет... Они чинятся, если их совместить в инвентаре, например. Можно так их чинить. Опять один выпал. Ну что такое? Вот везение, да, значит? Опять один выпал. Так, я понял. Будем вызывать по максимуму. А еще по ним сложно попасть, понимаешь? Ладно, пока буду заканчивать видео и убивать их. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Бартоломео. Что? О, кислород. Аж водород. Давай я не буду эту шутку продолжать до конца. Если вы знаете эту шутку, можете поставить лайк. Если нет, то отправляйтесь в YouTube. Кирка сбежала. Да это ты сбежал, ее сделал. Она далеко не уйдет. Да, опять одна выпала. Опять одна выпала. Ну, везение, значит везение. Сейчас буду записывать другой веселый какой-нибудь баг или дюк. А вы ожидаете выхода его на канале. Да? Да, именно так. Не удивляйтесь. Они сильные так-то. Ну, как они еще и коровы. О, выпало коров? Две. Да, коровы. Ну ты звуки включи. Он меня любит, а я его бью. Куда ушел меч? Ну, смотри, ладно, у меня уже три этих собралось. Я могу их вот так вот совмещать и чинить. Они будут потом с нулем прочности, но когда мы их совмещаем, будет по 52 получаться. Все, думаю, на этом можно... Ты опять прикидываешься коровой, да? Волк в стаде, ясно. Убиваем всех, находим Джимикса, пишем нюки, смотрим на небо. Джимикс, до свидания.